Пьяный мужчина угнал авто посетителя кинотеатра в Шымкенте. За это правонарушение он лишен водительских прав на 7 лет и взят под административный арест. Полицейские Альфа-Арабийского района получили сообщение об уконе Mercedes-Benz Sprinter, припаркованного возле одного из частных кинотеатров города. Решивший после тяжелого рабочего дня посмотреть фильм со своей невестой, горожанин, обнаружив пропажу транспорта, сразу позвонил на 102. На задержание похитителя ориентировали автоэкипаж номер 776. О маршруте движения угнанной машины патрульных полицейских информировали инспекторы видеонаблюдения Центра оперативного управления. На неоднократные требования стражи порядка остановиться – угонщик лишь прибавил газу, пытаясь скрыться. Его удалось задержать спустя несколько минут на одной из улиц Каратаусского района. Результаты медицинского свидетельствования показали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. За это правонарушение, в соответствии со статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях, он лишен водительских прав на 7 лет и взят под адмарест. Кроме того, за невыполнение законного требования сотрудников полиции нарушитель привлечен к ответственности по статье 613 КОАПРК, рассказал инспектор Габит Абдрахман. По факту неправомерного завладения чужим транспортным средством дознавателями Альфа-Арабийского районного управления полиции проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.